Курск Сити. 20 лет работаем для вас. Сотрудники следственного управления УМВД России по городу Курску расследовали и довели до суда уголовное дело по ДТП на участке автомобильной дороги федерального значения М2 Крым. У следователей появились доказательства того, что водитель иномарки значительно превысил скорость при пересечении пешеходного перехода. Как раз именно в тот момент мужчина с собакой переходили дорогу. Следствием установлено, что водитель иномарки двигался со скоростью, превышающей установленные ограничения. В это время мужчина с собакой переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автомобиля не сбавил скорость при приближении к пешеходному переходу и допустил наезд на мужчину. Потерпевший скончался от полученных телесных повреждений. У виновника ДТП в машине был установлен видеорегистратор, от которого он после аварии поспешил избавиться. Авария попала в объектив видеорегистратора, но водитель поспешил избавиться от улик, обличающих ее вину, и выбросил видеорегистратор в кусты на обочину, где его обнаружила следственно-оперативная группа. Виновнику ДТП судом вынесен обвинительный приговор. Водителем приговорен к 1,5 годам лишения свободы. Курск Сити. 20 лет работаем для вас.